Зафиксированная на Хаджибеевском лимане массовая гибель рыбы, скорее всего, результат выброса в воды лимана химических отходов. К такому выводу пришли одесские активисты, занимающиеся в том числе вопросами экологии. Несколько дней назад на Хаджибеевском лимане была зафиксирована массовая гибель рыбы. Уже сейчас можно утверждать, что произошло это из-за попадания в воды лимана, сточных вод и прочих отходов жизнедеятельности человека, в том числе яда, химикатов и удобрений, пригодных на полях, но совершенно убийственно действующих на все живое в самом лимане. Это происходит регулярно. Это происходит, естественно, по нарастающей. И как результат, естественно, это дошло вот до того, что мы с вами увидели, что просто-напросто потравили все, что только можно. То есть ихтиофауна непосредственно лимана уничтожена. И здесь прямо как в известном кинофильме «Птичку», то есть рыбку. Жалко. А если учесть, что даже полуживая и плавающая не кверху брюхом, она вылавливается рыбаками и потом попадает на столы одесситов и гостей города, непонятным остается одно. Почему власти, как областные, так и городские, до сих пор не занялись этой проблемой, планомерным отравлением Хаджибеевского лимана? Ведь у нее, у власти, есть все рычаги, с помощью которых можно было бы эту проблему разрешить. Горсовет же как-то может повлиять? Он не просто может, он обязан. Для этого есть департамент экологии, для этого есть, пусть даже перенесшие свои полномочия на другое учреждение, но Горсэс и Облсэс, санэпидстанции я имею в виду, ветеринарная служба и так далее. То есть там достаточно учреждений, которые не просто могли, а обязаны были обратить на это внимание, что сливается в Хаджибеевский лиман. И к слову о нашей власти. В прошлом году горсовет потратил целых 42 миллиона на строительство Хаджибеевской дамбы, потому что та, которая была, сильно поизносилась. Это сооружение, собственно, и было когда-то построено для того, чтобы не допускать повышения уровня воды в лимане и как результат его загрязнения. Что любопытно, миллионы были благополучно освоены, причем тендер выиграла компания, которую некоторые СМИ связывают с Геннадием Трухановым. Так что вполне возможно, что очередная трагедия на Хаджибеевском лимане станет еще одним поводом для освоения бюджета. Средств. Многие знают, что это специфика такого рода нового заработка. То есть появляется какая-то действительно необходимая для разрешения проблема, и на эту проблему мы очень активно работаем, идут слова, я имею в виду, и снимаются деньги. Более того, в какой-то степени, вы понимаете, уже начинают привыкать к этому настолько, что даже, я уверен, наверняка представители наших замечательных чиновников, в кавычках, естественно, замечательных, они даже рады, что вот произошла эта трагедия. Теперь есть повод снять деньги еще. А рыба, спросите вы, а что рыба? Она, видимо, просто утонула.